Так, друзья, мы сейчас... Так, где это у нас? Вон... Оттуда... Пришли, в общем, сюда, потому что там были на берегу камни, и невозможно было там заходить в воду. Здесь же ситуация, вот на этом пляже, я не скажу, что лучше, потому что, во-первых, до пляжа вот такое вот расстояние, как бы с одной стороны нормально, но все равно. Во-вторых, когда заходишь, чтобы нормально зайти в море, тоже надо очень далеко идти. Вон, видите, как люди еще практически стоят там просто, даже почти по пояс. Вот, и так как сильные волны, здесь море такое с песочком, то есть неспокойное и нечистое из-за этого. В остальном же здесь все нормально, вода теплая, солнце жаркое, и пляж такой. Но мне здесь лично не нравится, не знаю. Здесь я понял уже, что снимать ничего не буду, и останавливаться здесь тоже не буду. Как-то меня этот пляж не прикалывает. Поэтому сейчас искупнемся, что-нибудь перекусим еще. И поедем дальше. Что ж, пока это все. Это у нас остров Пхукет. Место называется... Сейчас надо будет спросить, потому что... Как это место называлось? Как? Хамада? Хамала? Камала место называется. В общем, здесь мне лично не очень прикольно здесь. Ой, блин, жара какая, а. Так, все, пошли дальше.